В преддверии Дня города в Чебоксарах вручили государственные награды. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Главная ценность Чуваши – это талантливые и трудолюбивые люди. Михаил Игнатьев в своем выступлении подчеркнул, что абсолютно всех лауреатов объединяет высокий профессионализм и любовь к своему делу. Дорогие друзья, вы главное достояние города и республики. Благодаря вашим успехам Чуваши движется вперед. А день рождения города Чебоксары мы встречаем достойными результатами и прекрасными перспективами. Почетную грамоту за подписью президента России получил Юрий Алимов. Ветеран труда вспоминает, что в Чебоксарах он живет 55 лет, из которых его трудовой стаж составляет 51 год. Разработки, которые сделал я еще в молодости, участвовал в них. Не один я, естественно, но участвовал в разработках. Эксплуатируются в энергосистемах России и зарубежные поставки были, например, на Суанскую ГЭС. Вот. Я в них участвовал. И они эксплуатируются, эти устройства, в энергосистемах России и других стран до настоящего времени. Среди награжденных были и работники образования, культуры, спорта, политические и государственные деятели. Нельзя недооценивать и вклад, сделанный работниками медицины. Татьяна Спиридонова отмечает, что Центр здоровья городской клинической больницы был открыт в числе первых по всей России. Медицинские работники Чувашии были в этом деле первопроходцами. Учиться было не у кого, но собрав талантливый коллектив, они справились со своей задачей. Мы явились как бы примером для других. К нам приходили смотреть, брать пример с других регионов соседних, с Нижегородской области, Мариэл, там, Мордовии приходили. Лауреатам вручили почетные грамоты, благодарности, медали и ордена. Мария Леончик, Александр Петров, Республика.